Всем привет, дорогие друзья, с вами Расти. Сегодня, короче, я вам расскажу, как сделать оформление на Android даже лучше, чем на компьютере. Данное оформление будет очень красивым. Итак, смотрите. Для начала нам понадобится предложение Pixel Lab. Здесь мы делаем свой текст. Также я оставлю ссылки в описании, ссылку на скачивание моего текста готового. Вы можете из этого текста сделать свой. Он будет 3D-шный и очень красивый. Если вам понравился данный текст, пожалуйста, поставьте лайк, ведь я старался. Наш текст готов, и сейчас переходим в приложение Photoshop Touch. Для начала создаем пустой документ размером 2560 на 1440. После чего нам надо загрузить наше оформление, которое вы после чего сделаете очень красивым с помощью моих эффектов. Также все оставлю в описании, все ссылочки. После чего нам надо добавить дубликат слоя нашего текста и сделать цвет градиент. Вы можете сделать цвет градиент любым. Лично мне нравится сине-фиолетовый. После чего у нас получается очень красивый текст, который сочетается с нашим оформлением. После чего создаем пустой документ и делаем его ниже на 2 слоя от нашего текста. После чего красим наш текст, ну не текст, а задний фон. Также делаем цветом градиента, и у нас очень красивый текст получится после этого. Также можно добавить сверкание, но это по вкусу. Теперь добавляем наши эффекты и украшаем наше оформление. Оформление почти готово. Вот и все, наше оформление готово. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Расти.